All right. The Torah portion today is Тору это Мишпати. И что это значит? Суд. Я хочу вам показать в иврите. Каждое слово построено через два или три буквы слов. Посреди этого слова есть три буквы Шей, Пен и Тет, которые Шафат. Шафат в иврите значит судья. Но вы заметите, если вы поставите «дюд» и «эд» на концы, то оно станет не в единственном, а в множественном значении. То, что добавите «шитмин», и оно стоит... Так что я хотел вам также показать, что кто из вас знает, что есть разные, есть разные шрифты, и сейчас шрифт иврите выглядит по-другому. И в то время их буква Шем выглядела как наша буква, две буквы В. Бог — это огонь, который... Так что это значит, потреблять. Так что эта буква значит, как рот. И также есть буква, которая показывает, показывает змею. Так что тут, если дословно перевести, тут судья... закрывает рот змея, если взять по старому ивриту. Исход 21 глава, 1 стих. И вот законы, которые ты объявишь им. Что это значит объявить законы перед людьми? Как бы мы объявили законы? Мы можем их написать на какой-то список, или можем дать всем кусок на куске листка. Но в иврите это слово значит, чтобы объявить, это значит, чтобы поставить как стол. Объявить это в иврите это поставить как стол, как прекрасный стол, и чтобы увидеть, какие они прекрасные. И что с ним сделать? Съесть это, съесть это слово, что мы хотели его пробовать. Точно как кто из вас любит мороженое? Ну, кто из вас хочет, чтобы вам бросали мороженое в рот? Никто это не хочет. Сильно многие, тора-террористы, как я их называю, они хотят это просто засунуть в наш рот. Но это неправильно. Лучше поставить это как на стол, и пусть люди сами попробуют. Тора — это большой стол, который накрыт для нас. И это что очень важно. Когда написано, это судьи. Я хочу, чтобы вы знали, что есть разные слова в иврите. Есть заповеди, есть уставы. И что разница? Еврейское слово для заповедь — это мицва. Мицва. Но если это больше, чем одна... Это стоит мицвот. Если по-английски мы добавляем S, буквы С, а по иврите просто добавляется вот. Это от в конце добавляется. Мишпат.
Потом есть как бы заповедь. Есть также и суждение. Есть Тора, и также есть в множественном числе как бы Торвот. Иногда английский язык — это плохой перевод. Например, какая разница между законом или заповедью? Написано в Библии, что все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. И это также, Тора есть как бы инструкция, но мы ее часто смешиваем с словом «закон». Извините, у меня слено сахара, но все будет нормально. Хукот — это значит закон, который мы не понимаем. Например, некоторые из этих заповедей, точно как с вашими детьми, мы иногда просто говорим «делай, потому что я тебе сказал это делать». Это что есть, как бы, этот уставы. Но Тора — это противоположно, это потому что мы должны понимать, почему мы это делаем. Теперь, что очень важно. Когда мы думаем о законе Божьем, это что люди не понимают. Я очень хочу, чтобы вы поняли этот... Например, некоторые законы, даже тут в Америке, что вы думаете о некоторых этих законах? Тупо есть, как тупо делает. Я не могу поверить, что некоторые, как бы, судьи и верховные судьи в Америке даже не могут понять разницу между... женщиной или мужчиной. Например, законы. Как мы можем знать, какое государство есть, если мы не смотрим на их законы? Скажем, если какой-то штат разрешает аборцию или проституцию, или не судят тех, которые делают беззаконие, это все нам говорит, что нам надо знать о этом месте. Тора, она показывает нам, какого Бога, какому Богу мы служим. Это не просто слова на бумаге. Думайте, это как Бог сам эти говорит, и мы пробуем понять о нем через эти слова. Потому что его законы говорят нам, какой Бог он есть. Вы следите? Это каждый закон рефлексия или как бы отражение того, который дает этот закон. Тора — это как бы Божье откровение к миру. И он говорит, смотрите, какой Бог я есть. И когда мы это видим, то мы понимаем, что когда мы изучаем Его законы, мы изучаем самого Бога. И когда мы начинаем, когда мы небрежны к всем Его законам, то мы становимся небрежны к Богу. Потому что потом мы как бы берем эту роль, которую сатана имеет, и это мы спрашиваем вопросы, как «А Бог это вообще-то сказал?» И мы начинаем как бы менять Бога в наше хотение. Мы начинаем как бы рисовать Бога в наше изображение, а не в Его изображение. Потому что все хотят сделать Его в свое изображение, а не понимают, что мы все сделаны в Его изображении. Когда мы пробуем менять Тору или законы, мы вообще-то пробуем менять Бога. Посмотрим в Бытие, 26 глава.
5 стих. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Это то, что мы смотрели там. Подожди, как Авраам мог это содержать, если не пришли 400 лет позже? Даже у Адама и Евы была Тора. Первый закон был «не кушай из дерева», так что это был первый закон из Торы. У них только был один закон, и у них была Тора. Это проблема с английской Библией. Посмотрим в Второзаконие, 8 главу, 1 стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею». А в другом переводе написано не «заповеди», а «заповедь». Так что правильно, «заповеди» или «заповедь»? Ну, мы бы подумали по-английски правильно сказать «заповеди», но это неправильный правильный перевод из иврита, потому что я вам показал, как читать иврит. Так что смотрим тут. В единственном роде это «мицва», заканчивается в «эй». А в множественном роде это «мицвот» и заканчивается «от». «Мицва». Посмотрим в иврите. Я хочу, чтобы вы прочитали. Если в английском переводе правильно «заповеди» или «заповедь». «Мои заповеди». Это мицвот. Тут написано мицвот, которое в множественном роде. А посмотрите на следующее. Мицва. Оно должно быть заповедь. И почему эта причина? Это потому что, когда мы думаем о заповеди, мы можем услышать 6 заповедей, скажем, я эти буду соблюдать, эти не буду. Но мы понимаем, что Тора это как ткань. Если ты начинаешь выдергивать какие-то вещи, то она вся просто распадается. Так что, если одну заповедь не соблюдать, то все заповеди ты не соблюдал. Так что продолжаем. В Исходе 12 глава, 24 по 27 стих. «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил». Соблюдайте все из служения, и когда скажут вам, дети ваши, что это за служение? Когда мы думаем о служении, что мы думаем? О, это работа, это больно. Но написано, когда ваше дитя приходит к вам и спрашивает, что это служение значит, вы должны показать им, что это не какое-то тяжелое наказание или какая-то работа. Вы скажете, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил, и преклонился народ и поклонился. И он им говорил, что вы должны показать, что это часть вашей истории. Также я начал говорить о гражданских законах. Но гражданские законы, это были они сделаны через Тору. Это будет интересно, но и тяжело в то же самое время. Исход 21 глава 16 стих. «Кто украдет человека и продаст его,
или найдется он в руках у него, то должен предать его смерти. Про что это говорится? Это говорится Это просто о торговле людьми. И это даже сейчас происходит. В Техасе даже сейчас есть даже много просто торговли людьми. Это просто одна из многих мест. И в Америке один из самых больших, рынок для торговли людьми. И это почему я думаю также, что Бог будет судить Америку. 18-19 стих. Когда ссорится, кто из вас был в какой-то ссоре или в драке? Я не хотел, чтобы вы знали про некоторых из моих. Я был плохим. Когда ссорится, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постели, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Это есть 10 законов? Нет, это не 10 законов, потому что это не 10 законов, но мы все равно это должны соблюдать. Но что Тора нам говорит о Боге? В Торе мы понимаем, что если ты что-то такое сделал, то ты должен платить за его остановку в его работе и за лечение. Если вы ударили кого-то машину, то вы не можете просто сказать: «О, прости меня» и уйти. Нет, вы должны заплатить за ущерб, который вы сделали. Один из законов Торы, это что мы должны платить тем, которые работают для нас. Так что если вы приходите к своему боссу и говорите: «Дай мне зарплату», и он говорит: «Не, я не могу тебе сейчас заплатить». Многие из этих гражданских законов, которые мы сейчас имеем, они находятся в Торе. В Исход 21 глава 33 по 36 стих. «Если кто-то раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол подлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стрег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его». Так это не одна из 10 заповедей, но это очень хороший закон, что Бог нам говорит: мы всегда должны сделать правильно, когда что-то случилось. Также посмотрим в Исход 22 глава 1 стих. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Если кто-то украл у вас лаптоп, который стоит $3000, а теперь они должны заплатить за 5 лаптопов, это сделать, чтобы они перестали это делать. Не ставить их в хорошее место и дать им все наркотики, которые они хотят в тюрьме, и потом выпустить их, чтобы у них был хороший день. Нет, это неправильно. Исход 22 глава 2 по 6 стих. «Если кто застанет вора, подкопаивающего, и ударит его, что он умрет, то кровь не внемится ему. Но если взошло над ним солнце, то внемится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живых, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое». А,
И также, да, я скончу. Если появится огонь, и хватит терн, и выжит копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Это что люди не понимают, что... Они не понимают иудаизм. Если я согрешил, и что-то со мной случилось, я должен убить овцу. Но иудеи никогда не думали, что какая-то как бы плата за их грех будет овца. Были жертвы за грех, который не был сделан специально, а как бы в ошибку. В иудействе эта жертва всегда была как они могли покаяться за их грех. Был также и жертва вины, но это не было, не было жертва за грех, который они сделали специально. Почему у них не могла быть какая-то жертва для преднамеренного греха? Потому что это потом было бы, это бы сделало грех выгодным для Бога. Если грех был бы... никогда не был, не было как бы эта жертва за преднамеренный грех. Это только был за грех, который был сделан случайно. Ефесянам 4:28 глава. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, что было бы из чего уделять нуждающемуся. Хочу, чтобы мы подумали, про что такое правдивое спасение. Некоторые думают, что спасение — это просто спасение от ада. Но это не что написано в Библии. Написано, что Он спасет их от ихних грехов. Но проблема есть, что большинство из людей не хочет быть избавленных от грехов, они хотят быть избавлены от последствий ихних грехов. Здесь кто-то, который ворует, он полностью... В Ефесянам написано, что человек, который крадет, чтобы он вперед не крал, а лучше трудился и помогал бедным. И это дает целую как бы новую многие даже, я бы сказал, христиане служат Богу, потому что они хотят идти в ад. Они просто: я очень хочу в ад пойти. Я не хочу в ад пойти, я хочу на небо пойти. Но проблема с этим, что это полностью это эгоистичные. Мы только думаем о себе. Просто я не хочу попасть в ад, я хочу попасть на небо, так что, Бог, забери меня, прости меня. Спасение есть Бог, я не хочу это делать, потому что я не хочу делать что-то, что больно для тебя. Я не хочу делать этот грех. От Луки, 19 главе, 8 стих. Захей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кто кого чем обидел, воздам вчетверо. Исход 22 глава. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяин его не был при нем, то должен заплатить. Если я взял кого-то косилку, и я на их косилке катался, и кто-то эту косилку потом пришел и своровал с моего дома, я должен сделать правильно. Я должен от человека, у которого я попользовал, я должен им назад воздать. Но если кто-то скажет, что я не под законом, то нет, это просто тупо, потому что это страшный. Это следующий, который чуть-чуть страшный.
Исход 22 глава, 22 по 24 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняй. Если же ты притесняешь их, то когда они воспоют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будет жены ваши и вдовами, и дети ваши сиротами». Я хочу из иврита прочитать. Здесь тут написано, если ты... если вы плохо обратитесь с ними, то я послушаю их, и они, когда они будут плакать ко мне, я их услышу. И причина к этому, потому что они сами себя не могут защитить. Исход 22 глава, 26 стих. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати его, ибо она есть единственная покров у него. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». Бог не говорит, что я делаю милосерднее вещи. Он говорит, я есть милосерд. Я есть милосерд во всем, что я делаю. Это что Бог говорит. Это не просто какое-то, как бы, дело Божие, это есть его натура. Библия даже о неправдых, неправильных новостях говоришь. Исход 23 глава 1-2 стих. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, уступая по большинству от правды». Так что, в других словах, неправильные новости — это не нормально. Что значит демократия? Это значит, как бы... Демократия — это значит, что идти за большинством. Потому что люди выбирают, что такое большинство. Но в Библии написано, не делай зло, если даже большинство делает. Если мы знаем, что правда, то мы не можем идти с большинством. Кто из вас слышал о церкви Лаодикии в книге... В книге Откровения, это книга Лаодикия, она как слепая церковь. Вы знаете, что Лаодикия значит по-английски? Это значит демократия. Это почему у нас есть штаты, которые очень либеральные, очень консервативные, потому что мы разрешаем людям выбирать, что правильно, а что неправильно. Я думаю, что нам надо это оставлять к Богу. Исход 23 глава 7 стих. «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого». Исход 23, 8 глава. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Взятки. Мы читали, что если кто-то бросит камень и ударит кого-то по голове, то ты должен заплатить за все, чтобы им было опять хорошо. Или быть не... Многие люди думают, что если они не нарушают одну из 10 заповедей, то все нормально. Но здесь, когда мы должны уже смотреть на 600 с лишним заповедей, которые мы должны соблюдать, потому что все эти заповеди важны. Можете вы представить, что если ваш лишний запас как бы еды вы должны отдавать бедным людям и животным. В Библии даже написано, что надо даже о животных заботиться. Исход 23 глава, 14-17 стих. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков.
Что Бог говорит, не приходи меня с пустыми руками? Почему Он говорит, не приходи с пустыми руками? Потому что это общий обет? Нет, почти. Не приходи с пустыми руками. Потому что, что мы говорим, это, о, Бог не позаботился о мне, Он не благословил меня. То, что принести что-то, это говорит Богу, Бог, ты мне что-то дал, я теперь хочу отдать что-то, что ты мне придал. Исход 23 глава, 19 стих. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Что это значит? Это значит, что сама вещь, которая дает жизнь этому животному, не может забирать у этого животного жизнь. Так что тут Бог показывает, что Он даже заботится за самых маленьких животных. Вот я посылаю пред тобою ангела, храни тебя на пути. И вести тебя в то место, которое я приготовил. То, что здесь говорит о Мессии. Потому что тут говорит про путь. И в место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Этот, посланный, это есть Христос. Тут не написано, что Он приходит в Мое имя, тут не написано Мое имя на Нем, тут написано Мое имя в Нем. И никакой ангел не может простить грехи, но этот может. Также посмотрим в Исход 23 глава. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагом твоим и противником противником твоих. Если мы хотим, чтобы Бог воевал за нас, то мы должны делать то, что Он нам говорит делать. Исход 23, 25 глава. Служите Господу Богу нашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Вы можете представить, что Бог будет так заботиться о вас, и люди не будут, люди будут просто славить Бога. Исход 24 глава, 1 по 3 стих. Возвратимся, Исход 23 глава, 31 по 33 стих. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филисимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей всей земли, и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Исход 24 глава, 1 по 3 стих. Господь говорит Моисею, ты, Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали Моисей, один пусть приблизится к Господу. Они пусть не приближаются, а народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и предсказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. У меня есть для вас экзамен. Мы знаем, что Моисей писал все слова Торы в книге. И мы также знаем, что он получил 10 заповедей. Что случилось первое? Он получил 10 заповедей первое? Или первое он написал Тору? Ну, и наоборот. Что первое было, Тора или 10 заповедей? Он первое написал Тору, а потом он получил 10 заповедей.
Он написал 10 Тору перед тем, как он получил камни, 10 заповедей. Я докажу вам. Исход 24 глава, 4 по 8 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, став рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней, по 12 колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Так что, если вы помните с прошлого служения, когда Бог говорил с народом, то народ израильский сказал: «Мы не хотим говорить с Богом, пусть Бог говорит с тобой, а мы будем уже слушать слова от тебя». Так что Бог сказал Моисею, чтобы он подошел на гору Синай, и чтобы он получил 10 законов, которые я написал, чтобы ты учил их. И это что делает эту золотую тельцу так ужасно, это что у них было уже, в то время у них уже была вся Тора, которую написал Моисей. У них уже была книга, Моисей уже прочитал всю книгу к ним, они слышали, у них она была, и они все равно согрешили. Интересная история, это почему Аарон пошел и построил эту золотую тельцу. Это вся история. Помните, перед тем, как это случилось, была война с Амалеком, и Аарон, они держали руки Моисея, чтобы народ израильский победил Амалека. И почему Аарон боялся? Они убили Хер это был один из тех, который держал руку Моисея с Аароном, и народ убил его, чтобы построить это тельцо. И встанем. Господь, мы благодарим Тебя, что Твое Слово живо сегодня, и что оно говорит нашим сердцам. И мы молимся, Господь, чтобы Ты написал Свою Тору на всех наших сердцах, и чтобы мы хотели соблюдать Твоим словам. Я благодарю за всех этих людей, которые хотят быть светом, и по всему миру мы благодарим Тебя, Господь, которые сеют семя для Твоей славы, для Твоего царства. Мы отдаем всю славу Тебе, имя Иешуа. Аминь. Creator and King of the universe, You have blessed us with Your Torah of truth. You have blessed us with the whole counsel of Your living Word. By the power of Your Holy Spirit, through the completed work of Messiah Yeshua, You alone have planted among us life eternal. Blessed are You, Lord our God. Amen. Take a break. You truly want to bring us all back home. And Father, we want to pray right now for all the lost sheep. Отец, мы хотим сейчас молиться за всех потерянных овец. Мы хотим видеть, как души назад возвратятся к Тебе для Твоей славы. Ты пастырь, который заботишься о Твоем стаде. Отец, некоторые овцы в боли, физически или духовно. Господь, мы хотим все эти овцы поднять их в молитве перед Тобой. Любая боль, которая к ним была причинена, может быть, они просто в боли.
мы хотим в молитве их предать Тебе, которые нуждаются в Тебе. Мы также хотим принести всех тех, которые нуждаются, может быть, финансов, или в доме, или в чем-то, что им нужно. Господь, мы хотим молиться также и за эту страну, как мы будем идти также и в выборы. Мы молимся за нашу страну, всех, кто ведет эту страну, чтобы ихние сердца повернулись к Тебе. Также и за войну, которая сейчас происходит. Мы молимся за охрану Твоим людям, чтобы Твои ангелы охраняли их. Мы также хотим и поднять ихних лидеров. Имя Иешуа. Аминь. Спасибо за также прекрасное пение. Вы готовы? Мы будем идти глубже в Писание. Мы не хотим просто поверхность, мы хотим идти глубоко. И мы будем начинать сейчас. Кто из вас знает, что случилось против того, как Бабилонская империя взяла храм и истребила его? Они должны были потом опять этот храм построить. Это был Эзри и Неемия. Заняло где-то 20 лет, чтобы построить этот храм. И он стоял где-то 350 лет. И потом Ирод пришел. Я сейчас не буду сильно глубоко в это идти, но часть проблемы была. Они не должны были истреблять часть храма, чтобы строить новый храм. И в то время были как бы некоторые проблемы у них с этим. Но храм Эзры, это был тот, который был как бы частично разрушен. Как долго заняло, чтобы Ирода храм построили? Кто-то помнит, сколько лет заняло Ирода? Посмотрим в Библию. Будем начинать от Марка 13 глава, 1 и 2 стих. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Когда они начали этот строить храм, это был год 19 перед Христом. И этот храм закончили строить, когда Иисус Христос начал свою службу в 26-м году. Будь здоров. Я первое хочу сказать вам причину, почему его построили. И почему большинство из его построили первые 5 лет. Потому что Ирод знал, что ему нужно было разрешение от Рима. Так что Ирод сказал, что где-то первые 5 лет было самое больше храма построено, потому что он не хотел попросить разрешение построить. Так что посланника, которого он послал, он сказал, чтобы он по чуть-чуть медленно шел в Ром, чтобы спросить разрешение. Но, в общем, заняло 46 лет построить. И потом ему сказали: ты истребишь через 3 года. Это фотография этого храма.
Или реконструкция. Почему Ирод построил этот храм? У них уже был старый храм. Что ему было? Зачем ему это было делать? Кто-то знает почему? Вы когда-то слушали о Павле Гарви? Я вам теперь хочу сказать, что случилось в 19 году перед пришествием Христа. Ирод был частично эдемитянин. И он как бы его отец поменял свою религию, и теперь он был часть эдемитянин, часть иудей. И теперь Ирод есть царь, и он также женился на одной из Маковеях. Но раввины не хотели как бы признавать его как царь, и он всех истребил, кроме одного. Это кто был его личный как бы служитель. Его имя было Бава бен Бута. Его имя было Бава, сын Буты. Он был как бы советник Ирода. Но что он сделал с Бавой бен Бутой? Он забрал его зрение. И также он поставил как бы такую корону как бы из как бы шипов на его голову. И один раз Ирод проверял верность Бабу бен Буты. И Ирод сел возле него, и он как бы говорил с другим голосом. И он говорил бен Буте: ты видишь, что этот раб Ирод делает? И этот советник Баба бен Бута сказал: что ты хочешь, чтобы я с ним сделал? И Ирод сказал: я хочу, чтобы ты его проклял. А что он сказал? Он с Экклезиастом, он сказал: мы не должны проклинять царя даже в мыслях. Потом Ирод сказал: Ирод не царь. А Баба бен Бута ответил: если он даже был бы богатым человеком, даже написано: не проклиняй даже богатых. Потом он говорил: если он даже не царь, а просто как бы принц, то все равно нельзя проклинять его. Потом Ирод сказал, Ирод ему сказал: но это принимается только к тем, которые из твоих людей, а Ирод это же не один из твоих людей, он половину инимитянин. И потом он сказал: Ирод не ведет себя как один из твоих людей. Но Ирод говорит, что тут нету никого, кто может Ироду сказать, что ты тут говоришь. А Баба бен Бута сказал. Баба бен Бута опять говорит, что даже птичка может взять твои слова и принести их. Ирод потом сказал: я Ирод. Знал бы я, что раввины все такие, Баба бен Бута ему ответил: потому что ты, истребил свет. Потому что ты истребил свет. Ты истребил свет, теперь ты должен пойти назад и построить храм, чтобы этот свет назад принести. Так что это был Баба бен Бута, который вообще-то убедил его, чтобы построить храм опять. И это было чтобы он мог получить покаяние за то, что он убил всех этих раввинов.
В Марка 13 глава, 14 и 15 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, веченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего». Теперь, если вы были учеником в то время, что вы бы думали, когда вы это слышали? Я вам скажу. Смотрите, что тут написано. Первое, здесь, это что случилось, на Ханука 168 лет назад. Тут Маттатиас говорит по всему городу громким голосом, кто имеет как бы любовь для Торы, пусть он идет за мной. И он и его сыновья и шли куда? В горы. И они ставили все, что у них было в городе. И это точно то, что Христос сказал случится. И для них это случилось 168 лет раньше. И они думали, что случилось раньше, теперь опять случится. Проблема с пророчеством в христианстве, это что люди думают, что оно случилось, оно больше не случится. Но это неправда. Часто пророчества, которые случились, опять случаются, потому что история всегда повторяется. Марка 13 глава, 16 и 18 стих. «И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою, горе беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бедство ваше зимою». Первая Маккавея, первая глава, 54 стих. 15 день месяца Кислева. В 145 году возложили мерзость запустения на жертвенник и построили и идольские жертвенники по городам Иуды со всех сторон и сожжен благовинную у дверей домов своих и на улицах. И когда они разорвали книги закона, которые нашли, то сожгли их огнем. И всякий, кто нашелся бы с книгой завета, или если бы кто-нибудь совершил ее по закону, повеленное царю было предать его смерти. Они давали жертву, и они даже убили некоторых женщин. И это, что он говорит про все, что случилось, что их убили, их... Но многие в Израиле были... Почему лучше было умереть, чтобы и был очень великий, как бы, гнев над Израилем. И видите, что это было, пройдило через их мозг, когда это происходило. Они думали, что это опять произойдет. Опять смотрим Марка 13 глава, 24 и 26 стих. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколебятся. Тогда увидят сыны человеческие, грядущего на облаках, силою многою и славою». И это также, что Даниил говорит. «Они видят сына человеческого, приходящего с небес». И также с Исаии 13 глава. «Рыдайте, ибо день Господень близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего,
от того руку у всех опустились. И сердце у каждого человека растаяло, ужаснились судороги и боли схватили их, мучество как рождающее. И также, тут также написано, звезды небесные и светилия не дают от себя света. Солнце меркнет при восхождении своем, и луна не сияет светом своим. Мы видим опять, что история повторяется. Также, что мы видим в Марка 14 глава 12 стих, первый день пресников, когда заколали пасхального анца. Говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих, и мы знаем эту историю. И он говорил, что вы видите там человека, и показывает вам комнату, и вы в этой комнате приготовите Пасху. Марка 16, 22-26 стих. Тут написано, когда они ели, и Иисус, взяв хлеб, и благословил, и поломал этот хлеб, и дал им, и говорил им, кушайте, есть кровь. Он говорил, есть, и потом он дал им также их чашу, и сказал, это кровь моя, завета, нового завета. Несколько вещей, которые я хотел бы подчеркнуть здесь. Это не как католики, что верят, что это настоящая плоть или настоящая кровь, потому что в первом даже нельзя есть кровь или плоть человека, но это как бы символически. Это есть Новый Завет. Но это первая вещь, что я забыл в первой части, но я хочу вам поделиться теперь, потому что это просто очень великолепно. Также дайте я закончу читать. И с нервом я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино Царства Божие. И воспев, пошли на гору Елеонскую. И кто-то знает слова этой песни, которую они пели. Тут написано, что они воспев. Это был 118-й псалом. Последние тысячи лет они поют Псалом 118 как последний гимн. Но я хочу еще поговорить с вами на минуту про Новый Завет. Новый Завет — это не новая, covenant. Как бы Новый Завет — это не тот Новый Завет, про который здесь говорится. Иеремия 31 глава написано, «Восстанут дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израилевым и с домом Иуды Новый Завет». И это не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. И тут также написано, «Вложу закон мой во внутренность их, и на среза их напишу их, и буду им Богом, а они будут моим народом». Так что здесь есть 10 заповедей. И здесь заповеди, которые они не соблюдали. Это был Старый Завет. Но что он делает? Он берет Старый Завет, и он... Мы видим Иеремия 31 главе, мы будем также продолжать держать. Он скажет, это будет завет, который я сделаю с Израилем. Я поставлю Тору внутри их, и они будут мой народ. Но проблема не была в Торе, а проблема была с местом. Оно не работает с камнем, так что он хочет поставить ихнее сердце. Они теперь не делают Тору, потому что они хотят, нужны, а потому что они хотят. Это большая разница. Делать что-то, если ты хочешь, или делать что-то, если ты должен. Теперь. Это может быть глубокая мысль, но я хочу вас это спросить. Если у вас... Кто из вас имеет детей? Или, может, вы сами есть как бы подросток?
Некоторые дети, они вырастают в такой возраст, где они не хотят быть видны нигде возле вас. Если вы Бог, и вы видите этих людей, и вы хотите, чтобы они соблюдали вас и любили вас, и были послушны к вам, как вы поставите ваши заповеди в их сердца, чтобы они делали то, что вы хотите? Скажем, у вас есть как бы подросток, который не хочет вас слушать, он ставит как бы дырки в стены и просто бьется и не хочет быть послушным. Как вы можете сделать, чтобы они поменяли свое сердце? Что это займет, чтобы их сердце поменять? Когда Господь хочет поставить Тору в сердце, Он хочет это сделать с каким-то способом. Скажем, если у вас есть собака, если вы хотите, чтобы дать вашей собаке какое-то лекарство, вы не просто даете им лекарство, вы ставите это лекарство в их пищу, да? Чтобы собака ела и не знала. Мы должны взять правильное писание. Это что он делает? Оно все сходит к этому. Он говорит, что я умру в ваше место. Мы не всегда как бы слушаем все, что мы знаем. Кто из вас знает, что мы не должны грешить? Мы знаем, что мы не должны грешить, но мы грешим. И тяжело как бы иметь это бунт против кого-то, что ты любишь. Мы можем знать о Боге, но знать о Боге это одно, а любить Бога это другое. Спасение это не идти с одной стороны в другую сторону. И даже идти в церковь вас не спасает, читать Божье Слово вас не спасает. Если вы читаете это Писание и просто потому, что вы боитесь наказания, то это вы просто делаете все для себя. Настоящее спасение — это когда мы делаем вещи, потому что мы любим Бога. И Бог говорит, как я поменяю их сердца, я приду на землю и я умру за них. И это должно иметь достаточно эффекта, что мы будем думать, вау, Бог нас любит. Много лет назад я работал в одном магазине, и этот один человек просто ниоткуда имеет инсульт, или у него просто сердце остановилось, и его забрали в госпиталь. И он хотел знать, кто был этот человек, кто спас его жизнь, потому что кто-то в магазине как бы спасал его, кто-то там, вы знаете, кто-то качал сердце. Я думал, вау, это человек, который, знаешь, знает, что кто-то его спас. Я думаю, а мы не всегда понимаем, что Христос для нас умер. Он нас спас. Если бы мы его так искали, как этот человек в магазине. Дальше, Даниил, 7 глава, 13-14 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий». Это уже от Марка, 14 глава, 61-64 стих. Но он молчал и не отвечал ничего. Первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенный?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Нету ничего нового в Новом Завете. Новый Завет — это комментарий на Старый Завет. Или как Христос объясняет в Старый Завет больше. Мы будем про это говорить, что мы читаем тут дальше, что тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что еще нам свидетельство, вы слушали богохульство, как вам,
кажется, они же все признали его повинному смерти. В Иоанне 18, 31, 32 стих, Пилат сказал им, «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Знает ли кто-то историю, почему они не имели право умертвить его? Почему они пошли к Пилату? Они были готовы убить многих людей. Они хотели убить эту женщину, которая была в грехе. Но что-то нам показывает, что это было время просто хаоса и... просто время хаоса было в то время. У них не было никакого настоящей причины, чтобы умертвить его, но это не значит, что они не хотели его умертвить, как они умертвали других. Давайте я вам расскажу всю остальную историю. Это храм. Там восток. Вот это красное, это показывает это маленькое место. И если вы сюда заходили, это где собиралась Санхедрин, и тут только они могли как бы... они могли как бы дать смертный приказ или приговор. И когда это место использовалось, они могли давать приговор до смерти. Но, как они говорили, мы не можем это делать, потому что саддусеи, они вышли, и они были где-то на другом месте в храме. Это книга. Это было написано ортодоксальными евреями. Называется «История еврейских людей». И в этой книге вы найдете просто историю. Тут просто богатство информации. Тут есть и Гомер, и Ирод, и все ж. Это еврейская книга, которая говорит о еврейских людях. Это не антисемитическая книга, это ортодоксальная еврейская книга. И тут что написано? Что-то случилось, и написано... Санхедрон, Синедрион, как бы вышел, и они как бы выгнали себя в другое место. И только когда Санхедрион был в этом другом месте храма, тогда только имели право делать этот смертный приказ. Это было где-то 30 после смерти. Это еврейские автора пишут. Где-то 30 лет после рождения Христа. Что в то время, в это время богатые люди и даже некоторые люди, которые были в храме, они нанимали разных бандитов, чтобы воровали от людей, просто воровали от людей, которые приходили в храм. Так что эти люди, которые были в силе, они даже имели... они имели очень сильные как бы политические силы.
И потому что они не могли как бы закон использовать на них, преследовать суд, они не могли на них, они не могли использовать суд против них. И тут потом написано, это случилось во время, когда Пилат был в... В государстве. Потому что эта сильная коррупция была в то время, они не могли, конечно, ставить людей в суд. История повторяется. И вот в чем проблема. Когда Иисуса... Когда Иисуса привели в суд, то не могли его вообще-то судить в то время, потому что была так раз суббота. Была суббота, и также была Пасха. И они не могли даже сказать, что он был виновен. И ему даже не дали, и он говорил им, что «Я есть Сын Божий», а они говорили, это... Они просто говорили, что это богохульство, потому что это было время хаоса. Не было никакого закона. Это просто показывает, как ужасна эта ситуация была. Была просто коррупция, и не было никакого закона. Если вы помните, что я вам говорил, что посмотрим Марка, 14 глава, 63-64 стих. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, на что еще нам свидетельство? Вы слышали богохульство? Они же признали его повинному смерти. Левит, 21 глава, 10 стих. Великий же священник из братьев своих, не голову которого возлит, а елей помазанный, и который освящен, чтобы оболчаться в освящении одежды, не должен обнажать головы своей и раздерить одежды своих. Они даже не имели права сказать, что он был виновный в тот же самый день, как они его судили. Но это что они сделали? Так что легально или юридически они не имели права судить Христа. Но это просто было как бы... не настоящий суд. Тогда посмотрим Марка, 14 глава, 72 стих. Тогда петух запел во второй раз. Вспомнил Петр слово закона ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать. В Канзасе я жил в городе там, и построили там IBP место, это где просто убивали как бы животных, и ну, их там как бы, ну, это была резня. И они хотели, чтобы эта резня была возле храма. То, что когда там говорили о петухе, то в еврейское слово не петух, там есть два слова. Первое, которое значит... петух, а второе значит также и человек.
Это новая луна, новый месяц, и вы видите, что кто-то сожег эту... Этот факел загорелся, и также каждое утро, когда было время, чтобы было это служение, был как бы священник, которого имя было как бы петух. Это был священник. Его звали как... этого священника звали как петух, потому что каждое утро он кричал, чтобы... приходили на молитву, что было утреннее служение. Так что кого-то как бы поставили, чтобы знал, когда было уже утро. Было. И это как бы три раза, когда, в кавычках, этот петух, это вообще-то был этот священник, который выходил, и он три раза возвещал каждое утро. Это из Истинс, библейская библиотека. И также евреи имели по три часа как бы ночной, это следили за ночью, и наблюдатели типа, и они должны были знать, когда утро приходило. И этот человек Габини, его он был как бы главный, и он его работа была, чтобы говорить всем, чтобы они шли на свои места. И у него был такой мощный голос, что его слышали по всему городу почти. Так что перед тем, как этот петух, который этот крик петуха, это вообще-то был крик человека. Скажите, это интересно, что вы знаете всю остальную часть этой истории. Давайте встанем. Давайте помолимся. Наш Отец, наш Царь, мы поздравляем, что мы можем служить Тебе, и что мы можем читать больше о Тебе и больше о Твоем Слове. Что это не просто, просто какие-то слова на бумаге, это Твое Слово, это Твой голос. Мы молимся, Господь, чтобы Твой голос, чтобы все слушали этот голос. Чтобы наши уши слышали, чтобы наше сердце понимало. И чтобы наше сердце было открыто к тому, что ты нам пробуешь сказать в эти последние дни. Ты нас столько любишь, ты нас хочешь благословить, ты хочешь поставить твое имя на нас. Господь, благослови тебя и храни тебя. Господь поднимет тебя и даст тебе мир. И все вместе мы скажем «Аминь». Увидимся в следующей неделе.